Всем привет! Готовим с вами мороженое крем-брюле. Ингредиенты, которые понадобятся для него, будут в описании под этим видео. Для начала подогреваем молоко 80 грамм, которое у нас отобрано для карамели. Потом в сухой сковороде, либо в сотейнике с толстым дном высыпаем сахар, также 80 грамм, и топим его до коричневого цвета, можно светло-коричневый цвет, в зависимости от того, какой вы хотите вкус, насыщенный карамельный, либо нет. Как только растопился сахар, добавляем молоко подогретое, только будьте аккуратны, выключите перед этим плиту, потому что я не выключила, у меня он сразу начала она подниматься все. Поэтому выключайте плиту, немножечко, несколько секунд дайте остыть сахару растопленному, а потом вливайте горячее молоко. Весь этот процесс у нас происходит на медленном огне, и поэтому мы продолжаем, включаем плиту и на медленном огне перемешиваем до того момента, пока не растает весь сахар. Если он весь не растает, ничего страшного, потому что мы это все потом процедим через сито. Все, что не растопилось, останется в сите. Следующий этап. Оставляем где-то грамм 50 молока, чтобы развести там крахмал. Остальное молоко ставим на плиту. Добавляем сухое молоко, сахар и нашу карамель процеженную. И все это на плите доводим до кипения. Перемешиваем, чтобы молоко не пригорало. В кипящее молоко добавляем разведенный крахмал и кипятим на медленном огне до загустения легкого. Переливаем в другую емкость, накрываем пленкой, можно в контакт, и даем остыть при комнатной температуре. Затем уберем в холодильник для полного остывания. Взбиваем сливки до мягких пиков. Смешиваем со сливками охлажденную смесь. Переливаем в подготовленную форму и убираем в морозилку. Периодически достаем из морозилки и перемешиваем наше мороженое, чтобы оно равномерно заморозилось. Мороженое готово. У меня получился насыщенный карамельный вкус. Можно посыпать тертым шоколадом и наслаждаться карамельным мороженым. Приятного аппетита!